Человек привыкает, как у нянька, когда была маленькая. Отведу ее в садик. Утром отвела, утром привела, вечером привела, и все, и нормально. Переночевали, и опять я на работу. И как-то вот это не ощущалось. Сейчас, когда Анька выросла и в школу пошла, сейчас уроки делать и в основное это время дома, и, конечно, тут уже Анька тебе отгораживает территорию. Так, вот это вот мое, это вот мое, мое личное пространство не занимает, прошу. Уголочек там тебе отделила. Садится на подлокотник, это ляжет на диван, на спину под диваном, только мама меня не трогает. Радуется безумно, когда я ухожу на работу. Вот. Ну, это вот до 10 часов. Мне до 8 уроки. Я бегом сюда. Он уже с свечами. Я бегом. Он говорит, да не бегай, так как ну, неудобно. Сидите меня, ждите. Вот и когда этот общинный строй закончится, вот я сижу об этом, думаю. Люди пришли домой, забросили вещи, забыли квартиру, а здесь вот 2 часа, вот не покрыться, не убираешь. Вот, это вообще стиль жизни. Это диагноз. Ну вот как-то так. Это диагноз.